Мне бы хотелось начать с того, что рассказывать я буду о другом человеке. То есть за 6 лет я порядком поменялась, и та девочка 16 лет, мне самой бы хотелось вспомнить, что это был за человек. Я закончила школу и попала в первый кризис в моей жизни. Одолевали вопросы, зачем, для чего, как я живу, что важно и кто я такой, и вообще, кто я настоящая. А о волонтерстве я вспомнила как-то случайно. И я подумала, почему бы не попробовать. В последнее время я часто думаю, что людям моей профессии, артистам и режиссерам, этот опыт мог бы быть особенно полезен, потому что он развивает чувство уважения к другому человеку, умение сострадать, объективному взгляду на жизнь. Например, если человек не умеет говорить, то он никогда не заговорит. И вместе с тем умению находить новые способы. Он не говорит, но у него есть другой язык. Ну и учишься позиции, что нет плохих или хороших, а есть просто разные.